Всем привет, YouTube привет. Вот попалась такая машинка. Volvo называется, S30. И тут на крыле был серьезный такой залом. Ну, я покажу. Будет врезочка. А, ты кушка, да? А, это земля, да? Да. Вот, тебе первому посерьезнее. А у тебя какие-то стекла? Полирую. Вот такое крылышко у нас. Чтобы поднять вот эту плоскость, металл очень толстенный. Тут я не знаю. Я сейчас даже померяю. Померил на срезе. Не знаю, будет видно, не видно. Короче, не хочет на резкость наводиться. 1,25. Блин, такое упертое тут крыло жесткое. Надо было все вот это вот выглаживать. Вот еще не сделано, но я решил все-таки видео пригодится. Вот еще тут работать и работать. Ну, заломчик вы видели, какой тут был. Естественно, тут сейчас все покоцано. Надо еще выглаживать. И вот этим инструментом, вот этот, в принципе, нормально он поднимает, даже вот с подмоткой. Но вот такими вот всякими крючочками, особенно вот такими маленькими, не особо хорошо получается. Берешь, давишь, крючок гнется, а металл этот очень такой упертый получился. Вот, и пришло вот такое решение. У меня тут ребята на шиномонтаже занимаются. Вот он, готовый инструмент. Вот такая монтажка с шиномонтажа. Она у нас нарисована тут 18 дюймов. И вот этим окончанием неплохо работается, выглаживается. Вот. И вот этим, в принципе, если надо, можно кожечку подложить там и прочее. В принципе, такого много. У меня единственное такого именно, таких рессор и прочего не было. Вот. Ну и поехал я в магазинчик. 250 или 260 рублей. Купил вот такой девайс. Я его немножко доработаю. Вот это, конечно, мне не надо. Я все это спилю, сточу. Как надо, мне подзагну. Вот этот тоже кончик немножко по-своему доработаю, чтобы он был ближе вот к такому. Вот они похожие, но чтобы вот эта пяточка была у меня более пологая. Ну, это уже мелочи жизни. Вот такое автодело. Грубо 250 рублей и готовый инструмент. И берешь им и залазишь. Здесь как раз вот он упорчик есть. И вперед. Вот тут видно еще косяков куча. И можно как вот так выглаживать под давлением и работать как обычным крючком на подъем. Так что вот такая вот ерунда. Вот. Обзавелся еще одним инструментом. Ломика у меня не хватало. А в принципе, буду теперь посматривать. Можно будет сделать здесь отверстие, нарезать резьбу. И какие-нибудь, типа даже вот таких насадок для подъема. Чтобы они у нас были на окончании. Работать ими. Опять же, у нее сфера вот такая вот, как бы, везде пологая. Можно им тоже осуществлять плавный подъем. Ну, такое короткое видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.